Лунтик, дружище, здорово. О, смотрите, у летучей мышки свой ксилофон. Прикольно, только Лунтика по жопе не бей, ему больно вообще-то. Прям по жопе бьют вот палкой, ну. Ай-я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 й
Ой, слушай, дружище, ну, видимо, этот гороховый суп был ошибкой. Это ж он прямо как светлоликий завещал, это двенашка атмосфер, понимаете? Нет, дружище, ну так и всю жизнь свою пропердеть можно, я, конечно, извиняюсь. Здравствуйте, малыши-крепыши! И вам привет, это Декарт, и это Инкредибокс Абгерни. Новая модификация на спранке, она будет жуткая, прикольная. Поехали, короче, итак. Вау! Начало мне уже нравится. Замечательно. Значит, ниф-ниф уже в строю, да? Ну хорошо, поехали дальше. У нас котик, значит, у нас все животные, да? У нас все животные соберутся. А вот это, я так понимаю, какой-то жуткий олень страшный, судя по рогам, да? Ну хорошо, так, пчелка фигачит. Давай, поехали, ребята. А ты что-то будешь делать, пчелка, нет? Ну-ка давай. О, ударные. Ну вначале у нас всегда ударные, да? Мы идем по порядку чисто. Смотрим на мистера динозаврика или кто ты. Слушайте, а музон-то прям топовый получается. Мелодия выходит лучше, чем была в оригинале, не? Вам не кажется? По-моему, вообще зашибись. Пау. Мне прям интересно, что тут компьютер будет вытворять и так далее. Так, давай к тебе, теперь красавчик какой. Давай сразу двоих. Медвежонка и ящеренка. Да, или кто это? Офигеть, знаете, офигеть. У меня такое ощущение, как будто какие-то, знаете, вот туземцы, древние времена вот эту вот мелодию нафигачили, там тусовались, да, что-то в этом роде, что-то из каменного века, да. Но такое мелодичное, ритмичное достаточно. Давай, слоник. Слоник, отжигай. Я уже боюсь представить, как они все будут выглядеть в страшном мире. Духовые инструменты у нас пошли. Так, я шел по порядку, я ни одного не пропустил, чтоб мне никто ничего не рассказывал, да-да-да. Так, ну хорошо, давайте теперь наугад там поросенка берем. Вот так, черенка берем вот так. И вот тебя берем вот так. О, лунтик. Лунтик, дружище. Здорово. Блин, не знаю, музыка вообще кайфовая, мне нравится. Мне прям вкатывает нормально. Слушай, дружище, а ты что делаешь? А, я понял. Биты. Биты на заднем плане обеспечат. Ну, молодец, глазастик, молодец, хорош, четко. Верхний ряд мы посмотрели полностью, ребята. Теперь давайте думаем, кто слабее всех. Ну, мне кажется, вот этих ребят можно заменить, да? О! Ничего себе! А ты кто? Ты тоже котик, да? Котик за мелодию прям хорошо отвечает. О, смотрите, у летучей мышки свой ксилофон. Прикольно, только лунтика по жопе не бей, ему больно вообще-то, ему неприятно. Ну, посмотрите на лунтика, лунтик такой, что это за поведение, смотри. Прям по жопе бьют вот палкой, ну. Ну, я согласен, приятного мало, да, лунтик, надо что-то с этим делать. Кстати. Понял. Нет, дружище, мне кажется, тебя можно убирать, ты не очень важен для этой мелодии. Так, хорошо. Давайте, наверное, вот так. Это у нас получается мышка, да? Окей. Давай, пищи. А мышка нормально так в мелодию добавила, да, мне кажется? Вообще прикольно. Блин, мод офигенный. Я не знаю, что там будет в темной версии, да, в страшной. Но пока что мне мелодия вообще вкатывает, по-моему, очень классно. Так, давай к тебя теперь заменяем. Блин, я даже не вижу, кто это, я не могу понять. Очень какая-то летучая мышь стрёмная, да, или бабочка это. А чё она вообще? О, как. Ясно. Хорошо. Так. Давай к тебе, минус. Компьютера нет, да? Или аналога компьютера. Зато есть Флауи. Флауи есть из Undertale. Радужный такой. Очень довольный жизнью и собой. Молодец, молодец. Так, хорошо. А, так, кого бы. Ну, давай тебя, например. Что это, козлик? Слушайте, прям все животные, весь зоопарк здесь просто. А человек тут будет? Надо последнее осталось. Вот. Вершину пищевой цепи человека давайте зафигачим куда-нибудь, нет? Я могу. Ай-я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 й. Представьте, что я среди них. Ай-я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 й
Примерно так, примерно так. Пожалуйста, не уходите, не уходите. Я закончил. Не закрывайте видео. Это закончилось. Все в порядке. Не переживаем, не переживаем. Зайчик, побегайчик у нас сейчас будет исполнять. Давай, зайчик. Так, а вот этот у меня есть? Вот этот вот. Я даже не уверен. Может, был такой? Наверное, он уже был, да? Но на всякий случай, вот еще немножко послушаем. Слушайте, он прикольный. Мне нравится, как он повышает, повышает, повышает. Тань-тань-тань-тань. А потом опять вниз. Тань-тань-тань-тань. Хорош. Так, ладно, ты уже дудел долго тут, дружище. Мишка! Привет, Винни-Пух. Давай, отжигай. Песню про мед хочу. Про сладкий вкусный мед. Люблю мед. Давай. Не уверен, что это про мед, конечно. По-моему, это такие очень вежливые предсмертные крики, потому что он чувствует, что мы сейчас перейдем в темную, на темную сторону силы. Он такой: не надо, не надо, не надо. Давай без этого как-нибудь. Ну что ж, давай козлик тебя и прям посредине четко. Красная кнопка, нажать или нет? Ну вы же понимаете, если нажать на красную кнопку, что плохого может случиться, верно ведь? Как зовут волшебного друга Вура? Мне надо сейчас какой-то это самый экзамен сдать тут или что? Наверное, сюда, да? Имя, свинья, красный, бит 1. Парень полный энергии. Любит играть во много количества игр. Он может стать немножко грустным, если вам нужно уходить. Ему нравится это яблоко на голове. Мода просто безумная. О, Карл Мейл Кэт. Карл Кэт... У него всегда есть искушение что-то поцарапать, покусать. Но никогда его, друзей, никогда. Дай ему игрушку, и он будет занят весь день или даже ночь. Зи, женщина-пчела. 90 из 100 у нее базометр. Зи-пчела любит цветочки. И любит, когда что-то там ветер ее. Короче, какой там вопрос? Я запарюсь это все читать. Она очень милая. Марвин змея. О, это змея. Пронырливый пацаненочек. И ночью любит тусить. Своей головой вот так вот делать, да? Когда что бы то ни было играет, потому что он очень крутой, да? Фрэнк жаба. Так. Пол полярный медведь. Любит холод. Итан слон. Любит делать трюки и танцевать. Бёрда птичка. Это у нас пацан, кстати говоря, синяя птичка, интроверт, не очень любит, когда кто-то тут ходит, любит своими делами заниматься. Надеюсь, он не будет все время один. Надеюсь, говорит, он не будет все время один. А если будет? А если он будет все время один? Ну, ему должно быть так наоборот хорошо, я не знаю, почему было сказано, надеюсь, он не будет все время один. Шон, улитка, любит музыку, таскает с собой колоночки, короче, Эми Ахолотл. Это стеснительный индивидуал. Но у него самая милая улыбка, да? Полное счастье. Вур, розовая лисичка. Это лисичка, оказывается. VR у него на башке, прикиньте. Очень веселый, энергичный. Друзья любят ее. Это, кстати, девочка. У нее там что-то зашкаливает саяметр, да? А мелодия 2. Подождите, мелодия 2. Барри the Bad usually wakes during night. Ну, короче, он ночью обычно играет на своем силофоне, да? Воли-волк, грубый, любит один все делать. По сравнению со всеми остальными, у него, видимо, хреновый характер. О, шиншилла, кори шиншилла, самая пушистенькая. Любит, когда ее гладят, но недолго. Она клин-фрик у нас и предпочитает, чтобы была у нее как можно более чистенькая шерсть. И убедитесь, что моете свои руки, прежде чем ее гладить. Молли, мотылек, вот, я думал, бабочка, мотылек, понятно. Короче, любит свет, почему-то он для нее привлекателен. Все, что делает вас счастливым, как говорится, 82 из 100. Rainbow Flower, Voice 1, всегда улыбка, песня. Джоан Год, самый великий. Угу, понял, понял. Бенз энд Банни любит прыгать и жрать овощи. Молодец. Наверное, этих всех сзади тоже пожрал, которые поют рядом с тобой, да? О, Биорита! Веселый паренек, всегда шутит и заставляет всех смеяться. Полон юмора. Веселый парень. А, Вильям, это вот он и есть, что ли? Я продолжаю видеть этого периодически на протяжении дня и ночи, и только для меня никто его не видит. Они его зовут воображаемым другом, не знаю, его зовут, но я зову его Уильям, и подходит. Вур говорит об этом. Все, я нашел, понятно, хорошо. Давайте пишем, значит. Вильям. Вот так вот, да? Дзынь, отлично. И теперь я так понимаю, заткнись, дружище. Мы делаем вот это, да? Ой. Ой, вы видали там, какая чувырла вылезла? Ты шо, ты шо?
Весело, держись подальше, весело. Оставайся с нами, наоборот написано, а не держись подальше. Бесконечное веселье какое-то, да? Мир снаружи, опасное место. Во, прочитал. Ну ладно, поехали. По очереди, да? Ой, как круто. Ну давайте сразу всех грузить, а что, собственно, тянуть, да? Вау. Слушайте, а по музону-то тоже неплохо, да, получается? Ага, вот этот у нас за это отвечает. Так, этот что-то стукает, стукает что-то, паренек. Прикольно у него пчелиное гнездо на голове. Ну, я думаю, что вот с медведем подружился бы этот парень, да, из оригинальной версии. А ты, я так понимаю, вот это гудение, да, поганое вот это, да? Это твоя работа, да? Это ж ты, да? Да-да-да, точно, вон. Так, ну ладно. Хорошо, кто у нас? Вот еще двое осталось, да? Ну давайте, значит, раз и давайте два. Так, что скажешь? Ой, слушай, дружище, ну, видимо, этот гороховый суп был ошибкой. Ну, вот как-то при людях, как-то неудобно при людях, хотя аж трясет всего. Это ж он прямо как Светлоликий завещал это. Двенашка атмосфер, понимаете? Двенашечку атмосфер прогнал вот туда, и вот сюда, и вот туда, и вот сюда. И выдал, понимаете, да? Что ж ты будешь делать, а? Нет, дружище, ну так и всю жизнь свою пропердеть можно, я, конечно, извиняюсь. А ты что расскажешь? Понял тебя. И сейчас все вместе. Давайте, пацаны. Нормально. Нормально. Так, ну-ка заменяем. Ага, хорош, красавчик. Ого, слушайте, а мелодия-то добавляется. Мелодия-то добавляется, да, нормально. Пацаны такие, конечно, веселые, да? Все улыбаются, у всех как бы... А, ну хотя как все. Один улыбается, вот ему весело. Ему весело. Он тоже там двенашку атмосфер выдает по заветам Вихарькова, да, ему тоже весело, да. Хорош, нормально, нормально, нормально. Так, давай. Вот, вот. Да что ты будешь делать? Где я? Где я вообще? Ну это соло-гитарист, это просто этот, как его, Slash из Guns N' Roses. Это просто вообще, а, он фигачит, нормально. Так, ладно, давай, давай. Давай вот этих заменим, значит, пацанов. Раз, два. У вас что-то это... соринка в глаз попала, мне кажется, надо что-то делать с этим. Да, не красавцы, конечно, те еще. Ну-ка. Давай-ка. Хоп-хоп. О, и вот так вот это по красоте будет, конечно. Вау. Вот этот звук вообще толком не слышно. Даже. Как будто бы. А, ну хотя так, чуть-чуть. Че это? Флауи? Это ты? Вокал! Нормально. А мне нравится... вот это самый прикольный тип, по-моему, нет? Не-не, слушай, давай-ка мы тебя оставим, у тебя гитарка прикольная. Вот тебя вот возьмем. Так, а это что? Это тоже человек? Ну тут, знаете как, тут надо, ну, как бы рядом поставить, мне кажется, это логично, да? А здесь мы вот этого заменим, например, и вот, получаем. Вот, и всех посмотрели, да? Давай, музыка на самом деле такая, она необычная, но прикольная, мне нравится. Надеюсь, вам тоже понравилось, если так, кликайте сюда, продолжайте. Здесь тоже видос по спранке, если данное видео зашло, то и тут зайдет. В общем, на этом все, всем счастливой удачи, пока, увидимся вот тут.